Привет, привет, с вами Белькова Алла. Хочу вам рассказать историю из жизни. Вот это мой вечно голодный кот Савелий. Вот у нас Лика. Лика. Лика пошла к щенкам, у нас там щенки. Вот, купила вчера корм Чаппи. Купила Чаппи собакам. Он у меня, я приехали поздно, он остался у меня вот тут стоять. Уже вечером мы приехали. Утром просыпаюсь, встаю я рано и слышу, что-то тут вот так шебуршится. То есть Савелий вот этот корм отсюда ел. Лика тоже хочет корм. Едят вот эти два все подряд. Сколько им не дай, все съедают. Нет у них чувства сытости. Но Лика, понятно. Лика многодетная мама, у нее 6 щенков. Она кормит щенков. Вот это белоснежный породистый немецкий шпиц. Савелий подобран на улице. И все время хочет есть мой котик. Ему тоже сколько не дай. Он все время кушает. И вот, представляешь, это был ночью, наверное, 1:30 ночи. Я беру вот этот вот сюда вот так. Убираю, чтобы Савелий не добрался. Ну, думаю, что ночью-то есть вот так. Прикрываю каталогами. Каталогами. Думаю, ну все, не заберется. Вот так вот. Прикрыла. Ну и что ты думаешь? Утром уже, когда встала, почти 5 утра это было. Слышу. Вот это наш загородный дом. Поселок Ильино, Нижегородская область. Опять что-то грызет. Он сюда забрался. Тут вот все расковырял, опять грызет. Я его взяла, на улицу выкинула. Ну, вот дверь на улицу. Сейчас еще темно. Время, наверное, сколько? Время около 6 утра. Он погулял там. И сейчас я выходила, он опять прошмыгнул. И опять сюда. Я думаю, ну слушай. Бедный голодный котик никак не наестся. Савелий. Вот его зовут Савелий. Он очень красивый. Рыжий. Вот, красавец мой. Думаю, ну ладно, пусть ест, уже утро. Уже пора есть. И вот Лика. И сейчас вам покажу наших щенков. Немецкие шпицы. Лика, пойдем показывать. А, Лика тоже просит еду. Сколько ж думаю, они могут съесть. А, Лика, и тебе тоже. Сейчас пойдем вам покажу. Это наша гардеробная. И вот наши щенки. Они живут то в гардеробной. Ой, то мы то за городом, то в деревне живем. Деревня — это вот, значит, наш дом, поселок Ильино, Нижегородская область. А город Дзержинск, 40 минут езды на машине. И вот щенки с нами ездят. То в город, то в деревню. Сейчас отпущу их. Вот, он каждому щенку дано название. Смотри, какие классные. Девочки, они поменьше. Такие красавцы забавные. Хвостики такие. Вот это мальчик толстячок. Это девочка Венера. Вот. Просит кушать. Сейчас будем кормить. Сниму отдельное видео, покормить. Интересно ли вам посмотреть, как щеночки будут кушать? Сейчас сниму тогда.